Друзья, всем привет! Жука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Как я предполагал с прошлого выпуска, ниже уровня 3450 нас с вами не пустили. И на данный момент мы с вами продолжаем движение в рамках глобальной фазы накопления. В рамках же локальной ситуации мы с вами можем наблюдать выход в боковик, ну, собственно говоря, выход в тот боковик, который мы с вами ожидали с прошлого выпуска. На данный момент снизилось количество лонг-позиций, но снизилось оно незначительно, и не дайте себя ввести в заблуждение, потому что количество лонг-позиций, которые открыты на данный момент, составляет 31 тысячу контрактов. Количество же шорт-позиций составляет 24 тысячи контрактов. Соответственно, мы с вами можем прекрасно наблюдать то, что лонги у нас сейчас с вами преобладают. Ну, друзья, прежде чем мы с вами обсудим краткосрочные, среднесрочные движения по нашему главному активу, давайте обсудим фундаментальные новости, которые могут повлиять, собственно говоря, на данные движения. И начнем мы с вами с самой главной новости. А главная новость у нас какая? Разумеется, сериал «Майнеры». У нас будет сниматься сериал про майнеров. В этом году мы затеваем первый в истории веб-сериал, полностью построенный на тематике цифровой экономики и криптовалют. Вот так вот! Нет, я, конечно, угораю, но как, блин, это должно выглядеть? Мистер Оушен, а чем вы собираетесь заняться в случае освобождения? Майнингом. Нас было пятеро, и нам хотелось нехило заработать. И майнинг был лучшим решением. Видеокарточки было сложно достать, но они были нам нужны любой ценой. В итоге мы запустили фермы, и наша жизнь изменилась. До тех пор, пока в игру не вступили маркетмейкеры. Ниже 18,5 я сбросить просто не могу. Спасибо за помощь, мистер... Мистер Дэнни. Я бы смог сбросить цену с 17,16. Курс стремительно падал, и у нас не было выбора. Надо было увеличивать мощности. И тут началось такое мясо. Премьера будет уже в феврале. Следите за информацией. Я скажу, где и когда смотреть. Да нет, друзья, конечно, это шутки, я только за, чтобы такие вещи популяризировались и развивались. Вообще, конечно, продвижение криптовалютной идеи в массы – это довольно круто, ребятам удачи, ну и в глубине души надеемся на то, что они нам выдадут качественный продукт. Но давайте о серьезном. Новость, на которую начинают сейчас активно спекулировать, это китайский Новый год. Празднование китайского Нового года начнется 5 февраля, и некоторые считают, что это может отразиться на цене курса. Давайте разберемся, так ли это, но в начале интеграция на довольно качественный проект. Друзья, для тех, кто пользуется мессенджером Telegram, у меня есть довольно интересная новость. Есть канал, который распространяет полезный контент и интересные новости. Называется канал CoinBroClub. На канале есть большое количество интересных постов о торговле криптовалютой. И многие посты действительно интересны, потому что о таких вещах мало кто рассказывает. Также каждую неделю они разыгрывают криптовалюту. Поэтому, если ты интересуешься новостями криптомира и ищешь способы заработать в этой сфере, то рекомендую вам вступить в этот телеграм-канал. А возможно, ты просто хочешь испытать удачу и выиграть криптовалюту. Все ссылки в описании. CoinBroClub рекомендую. Давайте разберемся, почему же китайский Новый год считается довольно важным событием в криптовалютном мире со стороны обычного обывателя. Действительно, китайцы выше крыши. Плюс, на самом деле, родина майнинга, ну, глупо это отрицать, что это Китай. Да и вообще, по общесложившемуся мнению, вся вот эта криптовалютная идея пошла к нам из Поднебесной. Правда, те, кто озвучивает подобные факты, видимо, забывают то, что в Поднебесной очень жестокое регулирование криптовалют. И действительно... Где-то даже частично этот актив там вне закона. Но это другой вопрос. Давайте посмотрим с вами сухие цифры. Возьмем 3 года, соответственно, 16, 17, 18. Возьмем периоды празднования китайского Нового года и посмотрим, как, соответственно, на это реагировала цена. В среднем празднование китайского Нового года проходит где-то в середине февраля до середины марта, плюс-минус, в зависимости от года. В 2016 году китайский Новый год праздновался с 8 февраля по начало марта. Если мы с вами посмотрим на графике поведения цены в этот период, мы увидим то, что движение было в рамках флета. Никаких сверхспекулятивных свечек мы с вами не наблюдали. Но, возможно, это 2016 год, еще тогда не было такого сверххайпа. В 2017 году китайский Новый год праздновался с 28 января по 15 февраля. И мы с вами можем наблюдать ровно такое же движение внутри тренда.
Ну, давайте рассмотрим 18-й год, 16 февраля по 2 марта. В очередной раз мы с вами увидим движение внутри тренда. Друзья, я поэтому не затрагиваю события, потому что на дистанции оно, по большому счету, никак не повлияло на криптовалютный рынок. И каждый раз, когда у нас было празднование данного события, волатильность цены у нас с вами оставалась в рамках нормы. Поэтому, друзья, пожалуйста, не ведитесь на эту новость. И даже если мы с вами увидим какие-то прострелы вот сейчас вот в период в этот, это никак не будет связано с этой новостью. Это будет исключительно спекулятивные движения. А вот стоит обращать внимание на различные интервью глав крупных компаний. Именно тех людей, которые далеки от спекуляций на новостном фоне, но при этом являются руководителями довольно серьезных структур. Понимаете, заявления там SEO, Бирж, McAfee, хотя McAfee на самом деле большой молодец, он действительно толкает криптовалюты в массы и позволяет людям узнать о том, что они существуют, причем подает это таким образом, что ну, простому обывателю это интересно. Но если все же мы с вами хотим разобраться в истинном фундаментальном фоне, то, конечно, стоит обращать внимание на заявления немного других людей. Например, как я рассказывал в прошлом выпуске о заявлениях SEO, Биржи, NASDAQ. Или, например, недавнее интервью Джо Рогана, который является SEO платежной системы Square. И глава таких крупных компаний после интеграции блокчейна и криптовалют действительно зачастую сходится во мнении то, что криптовалюты и блокчейн дают в разы больше возможностей реальному бизнесу. И то, что не могут позволить себе традиционные платежные системы для криптовалютных активов, абсолютно несложная задача. Причем тут довольно важный вопрос. А на самом деле для того, чтобы заменить традиционную платежную систему, реально достаточно биткоина. И это не мои слова SEO очень крупных организаций. И действительно, данная технология позволяет делать расчеты намного проще. Единственное, на чем я здесь хотел бы акцентировать момент, все-таки здесь идет речь про расчеты внутри организации или между организациями. Все-таки для людей нужно, чтобы масштабировалась сеть биткоина, Lightning Network и тому подобное. Друзья, теперь давайте разберем с вами текущую ситуацию по биткоину и посмотрим с наибольшей вероятностью, какие движения нам стоит ожидать в краткосрочной и среднесрочной перспективе. На данный момент локально актив у нас с вами зажат в довольно сильном коридоре. Это уровень $3470 поддержка и сопротивление на уровне $3530. Учитывая, что локально, еще раз обращаю ваше внимание, локально силу актива не хватило для того, чтобы пробить зону $3525, то в краткосрочной перспективе мы с вами можем наблюдать незначительный откат цены. При этом максимальная локальная просадка, которую тут можно ожидать, это $3420 плюс-минус. На самом деле, я думаю, что даже до этого уровня мы с вами не дойдем. С наибольшей вероятностью после локального отката мы с вами пойдем штурмовать уровень $3520, думаю, будем его пробивать. Среднесрочно, на дневных таймфреймах мы с вами находимся у нижней границы глобального ценового канала накоплений. И глобально находимся у довольно сильной поддержки. Трендовые индикаторы на дневках формируют явный сетап на рост. Поэтому моя рекомендация в данной ситуации будет такая. Не стоит сейчас играться с шортами. Потому что если сейчас ставить шорты на локальные движения, то можно просто пропустить глобальный рост внутри канала. Да и в принципе, по моему мнению, еще раз на этом акцентирую внимание, я считаю так, сейчас с наибольшей вероятностью стоит набирать лонг-позиции. По крайней мере, график и общий новостной фон показывают, что это наиболее оправданно. Все ссылки в описании CoinBroClub рекомендую. А чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь, комментируйте и ставьте свой царский лайк. Работаем!